В Астане открылся форум творческой и научной интеллигенции. Эта встреча уже 10-я по счету. Участие принимают около 200 делегатов из всех стран-членов СНГ. Основная тема обсуждений – гуманитарное пространство Содружества. Общие ценности и диалог культур в современных реалиях очень важны и, по мнению гостей форума, являются основным фактором развития сотрудничества. Много дискуссий также вызвала тема информационной безопасности. Речь шла в основном об интернете. Активнее всего виртуальные ресурсы используют молодежь. Ей в эти дни отдельное внимание. Еще одна ключевой тема форума станет 70-летие Великой Победы. 2015-й во всех государствах Содружества объявлен годом ветеранов Великой Отечественной войны.